Здравствуйте, вы на канале Мясо Сиськи. Сегодня мы будем проходить игру, даже играть в нее, не проходить. Битва с Андерфелл, Папайрусом, ну и с других вселенных тоже. Ну, я немножко поиграл, и мне показалось, что это сложно. И здесь есть такие атаки, какие очень сложные. Вот, например, почему атака Андерфелл зверя такая сложная? И мне очень нравится музыка. Здесь просто мне нравится во всех играх Bad Time 3 у меня всех. Это даже не Bad Time 3, я, конечно, ошибаюсь. Но мне во всех тройных битвах нравится музыка. Ай... Не-не-не. Ну так, атаки здесь сложные. И не думаю, что плохо начал. Мне нравится, как сделана стрелочка из костей. Ну и считаю, самая сложная атака это вот это. Да ё-моё! Сложная атака. Не знаю, как ее пройти. Ну, давайте. Вот, ну, наконец-то нажилось. Ну, давайте еще раз сделаем. Вот у нас наш любименький Андерфелл Папайрус. Дальше Слабфелл идет по вселенных, если, конечно, не путаю. И дальше Андерфелл Азелий. Главное, если ты получаешь урон, ловить маленькие. Вот это сложное. Мне больше Гастробластер нравится из Андерфелл вселенной. Они просто лучше выглядят, чем обычные Гастробластеры белые. Мне даже красный цвет больше нравится. Ну, здесь начинает, в начале очень начинается резкая атака, и мне кажется, что это очень сложно. Ее нечестно немножко. И я считаю, что самая сложная атака это после как там? Я даже до этой атаки не дошел. Ну да ладно. Ну, начало такая хорошая, музыка всегда хорошая. И движение персонажей тоже. И сердечко хорошо движется. Лучше подождал Гастробласт, и он ударил сразу. И это я как я сейчас увернулся. Там было 5 или 6 звездочек, а мне ни одна не нанесла. Ну, сейчас очень пошла жесть. После вот этой атаки сложно будет. Нет, наоборот. И могу сказать, что сделано прикольно эта игра. Уже сразу плохо началось. Уже сразу плохо начали. Нифига, подпрыгну, сразу звездочка. У меня была идея в плану игру, но в плану там какая-то жесть происходит. И давайте начнем заново. Очень сложная битва, я хочу вам сказать. Ну, давайте погнали. Опа, я маяк. Нет, давайте умрем. Ладно, давайте до примера. Я не знаю, буду походить. У меня было такое желание пойти еще одну игру Bad Time Trio, только с оригинальными персонажами. Это Санс, Стори Шефчава и Сваб Папайрус.
Но мне кажется, что я не пойду. Но я пока выбиваю, какие я походил. О, легкие. Ну вот это я не могу сказать, что легкая игра. Вот у меня есть вопрос, возможно пойти вот эту игру без урона? Мне кажется, нет. Но мне кажется, надо заучивать все атаки, чтобы пойти эту игру. Все, без урона. Мне показалось, что Папайрус вначале руку вниз, вот вверх вкинул. Ну, у Гастелбаста, я вижу, не очень много снимает жизней, чем большая звезда супер огромная. У меня была идея в правом углу сидеть. И это мне не повезло. Но хотя бы много жизней. Опа. Вот это... Опа. Вот дальше сложное пойдет. Вот это атака я не видел с гастробластерами. После синих костей. Вот это сложная атака. И как всегда, здесь работает Калма. Наша любимая Калма. Ну и... Как я понимаю, я здесь вижу пока 4 цвета. Это розовый, красный, черный и желтый. Или золотой. Нет, лучше сказать, говорить желтый. Ну, это цвет... Ай, надо было в середину встать. Но перепутал. Думаю, сложное. Вот мне нравится, как сделана стрелочка из костей. Очень сложно. Мне кажется, надо скоро заканчивать. Ну, давайте еще две попыточки. Вот это и следующее. Ай. Больно. Мы дошли до этой атаки. У меня мало хп. Дойдем до... Мы дошли до Андерслаб... Ах. До Андерслаб Санса. Нет. Или говорит Слаб... Слаб Фэл. Или Фэл Слаб. Я не знаю. Вот это я не знаю. И сердечко хорошо улавливается. Вот это сложная штучка, атака. Ой, ё-моё. Или мы сделаем побольше. Не, давайте еще попробуем. Это сложно. Вот эта атака сложненькая. Вот мне нравится, как нарисованы Андерфелл Гастробластер. Они, кстати, прикольно нарисованы. Они даже лучше оригинальных. Калма это... Чем здесь Калма используется? Калма, она надоедает когда-нибудь. Когда-то Калма надоедает. А мне не кажется, что Андерфелл Слаб Санс, он под другого цвета. Немножко краснее или светлее. О, нифига, даже ХП, когда она выпускается по Калме, она ХП становится розовая. Если можно посмотреть. Вот это... Мне нравится, как... сделан сам, ну как сказать, цвет, начало интересное, и музыка сама хорошая. Ну давайте еще, не знаю сколько попыток, ну давайте начнем дальше. Вот видите, он покраснее
Subfam намного покласснее. Ну, мне, если мне, конечно, так кажется. Может быть, мне кажется, они одинакового цвета. Но мне кажется, что Subfam, он другого цвета. Ну, вот здесь, смотрите. А, я с ней в центр стал. Да ладно, у меня мало жизней. Я не знаю, сколько у меня жизней. Я смотрю, у меня их очень мало. Сразу, да? Ну ладно. Давайте всем пока.